Микрошка – праздник, наполненный радостью и весельем. В программе мероприятия были веселые эстафеты, конкурс рисунка на асфальте, танцевальные флешмобы и многое другое. К каждому заданию прибывали все новые участники, поэтому игры проходили шумно, активно и задорно. Дети с удовольствием бегали и прыгали, дружно болели за свои команды. Волонтеры работали слаженно и старательно, никто не остался в стороне. Мы заметили то, что дети занимаются на улице бездельем и решили как-то порадовать, собрать их и сделали вот такую небольшую игровую программу. Море эмоций и незабываемое впечатление получили дети. Мне понравилась эта игра, потому что она познавательная, хорошая здесь с ребята. Для нас такие игры проводятся, чтобы мы не скучали и получали радостные эмоции на каникулах. Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Повсюду царили детский смех, шутки и радость.